самого утра мы приехали еще до открытия одного из участков, чтобы наблюдать, как все это происходит. И мне было интересно посмотреть, сравнить, как это у нас происходит, как в других странах. Ну, поэтому уже с самого утра мы на участках. И к этому времени уже посетили 4 участка. Уже есть впечатление. Во-первых, все организовано. Члены, руководители, члены избирательной комиссии хорошо владеют материалом, знают законодательство. Ну, все проводят согласно законодательству. Созданы условия, кабины для тайного голосования, прозрачные урны для выноса, для голосования на дому для людей, которые мне это необходимо. Не было нарушений, конечно, я не зафиксировал, но главное, что действительно люди идут, у них есть возможность сделать свой выбор, есть вся необходимая информация, поэтому мы желаем только успеха. А вы мне только сейчас говорили, что вы были на участке, где голосовал сам премьер-министр, да? Ну, это получилось случайно. Мы приехали, премьер-министр поприветствовал, в том числе и наблюдатели, которые присутствовали. И я поздравил его с таким праздником, потому что выборы – это всегда праздник. Он поблагодарил за то, что мы приехали для наблюдения. Вот, и сказал, что он уже видел меня по телевизору. Поэтому-то, конечно, ну, приятно, что вот компания широко отражается в телевидении и что премьер-министр смотрит телевизор.